Microsoft уже NG, я его на заднем плане даже чувствую. Я его везде чувствую. Вот-вот Новый год. Вы уже посмотрели новогоднее видео, так вот. Мы над ним неделю целую старались. Пока заказали эти дымовые шашки, они пока приехали. Мы с Димой успели уже два раза расстроиться, что не приедут. Думали, нифига не успеем. Потом в последний день мне приходит микрофон. Я думал, я с ним разберусь, все дела научусь озвучивать, но в итоге мне пришлось писать все. Там я записал с третьего дубля, времени было мало, потому что выпускать уже надо было, и пришлось мне вот так вот, даже без подготовки, быстро поставить микрофон, как-то его вставить в какую-то звуковую карту, я там вообще нифига не разбираюсь, и озвучить. В следующий раз озвучка будет лучше, потому что я что-то подкорректирую, лучше пойму это все. А так, новогоднее видео мне лично понравилось, оно вышло таким душевным, прикольным, но все решаете вы и ваши лайки. Напишите в комментариях, понравилось ли вам новогоднее видео, потому что мне оно лично очень хорошо зашло. Смотрите, так не дело. Идем сюда, у нас тут две розетки. Включаем одну, включаем вторую. Вот это дело, вот это хорошо. И вот это дело, это хорошо. Смотрите, какое красивое украшение. Вот такой вот мне микрофон в сложенном состоянии пришел. То есть он пришел, там еще шнур будет, который идет к компьютеру, звуковая карта. Он пришел вот в таком вот состоянии просто. Я отдельно докупил вот эту и вот эту вот ножку. Для того, чтобы оно хорошо стояло, и я мог его ровно поставить и говорить в него. Только я еще не разобрался, с какой стороны просто говорить. Посмотрите, сколько тут склеек. Сейчас я сделаю меньше, вот. Это все склейки. Там вообще каждые 2 секунды какая-то новая склейка. И это все в таком сером монтаже. Вот этот, кстати, скрин неплохой. И сейчас посмотрите, мы заходим в браузер. И я это видео сделал, и мне пишет: видео содержит материалы, защищенные авторским правом. Я просил вас набрать 35 лайков, потом вы их так быстро набрали, что я попросил 50. Сейчас уже полчаса жду, пока кто-то наберет 50 лайков, и я выпущу видео. Мне пришлось все переделывать и выпускать новое, вот такое. Так. Сейчас будем готовить оливье из этого. Вот как-то так я буду выглядеть на НГ. Очки, конечно, для антуража, но в принципе ничего. А так мне весь мой прикид нравится. Гуд, в принципе. Новый год буду праздновать прикольно. Блин, очки мне нравятся, дополняют весь мой стиль. Здравствуйте, это поместье Деда Мороза? Ух ты! Сонь, ты кто? Дед Мороз? Я Николай. Николай? Да. У тебя такая крутая шапка. Я прям не могу. За деньги с партнерки подписчики позволяют. Наживаюсь на подписчиках. Мы уже празднуем Новый год, у меня уже балабон, в общем, все круто. Смотрите, Соня залезла в эту шкатулку. Ребята, смотрите, она вон там. Там есть человек. Я снимаю.